ферментированный дайкон делается очень быстро. Раз, два и готово. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, насколько это легко. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас сезон дайкона. Это вкусная редиска китайская. И я буду ее мариновать. Очень вкусно, полезно, быстро и хранится целую зиму. Дайкон я хорошо солю и перемешиваю. Это я делаю для того, чтобы из редиски вышла лишняя влага. На 2 часика это все стоит, и я буду его периодически перемешивать. Пока дайкончик выпускает сок, я приготовлю овощи для маринада. Так как мы находимся на съемочной площадке, вот здесь у меня шикарнейшие ребрышки барбекю. Только-только приготовил и провел дегустацию. Обалденные ребрышки. Как сделать вкусные ребрышки, настоящие барбекю в квартире с дымком, подкопченные. Ссылочка вот здесь вверху. А сейчас я пока возьму и подготовлю лук-порей. Я буду обжаривать все овощи в толстостенной кастрюле скотоварки. Добавляю сюда овощи варки. Порейчик. О, красота. Чесночок. Для ароматизации масла имбирь я пока не чищу. Нарезаю его мелкими пластинками. Такой лучок хороший. А здесь я уже квашу капусточку. Обычная классическая капуста, квашеная, без рассола, в своем собственном соке. Очень вкусно. Друзья, как вкусно и быстро заквасить капусту. Ссылочка вверху. Пучок вкусной и ароматной кинзы. Корешки уже отдали полностью весь свой аромат. И теперь я добавляю сюда резаную кинзу. А теперь я готовлю овощи для ферментации дайкона или кимчи из дайкона. А имбирь у меня уже сейчас чищенный. Я его режу. Ароматное масло я вылил опять чистую в кастрюльку без овощей. И добавляю сюда воду. Водички где-то около 1,5 литра. Пол бутылки светлого соевого соуса. Немного вкусного инвертного сиропа. Как быстро и правильно сделать хороший инвертный сироп, ссылочка вот здесь вверху. Черный перец горошек. Гвоздичка. А это душистый перчик. И немного лаврового листика. И минут 5-6 покипеть, чтобы все пряности отдали аромат маринаду. Дайкончик уже хорошо выпустил сок. Я его полностью весь выкладываю на стол. Маринадик я остудил до температуры комнаты. И все это выливаю сюда. С лаврушечкой, с перчушечками. Совсем. Вот так. Я это все ставлю в прохладное место. Такое, как холодильник. И пусть оно там стоит и ферментируется. Ух ты-ка! Класс! Здесь у меня овсяный самогон. Ох, классная штука, сильная. Да. Вот это ароматище. Вот эта штука обалденная. Вот это классно. Так закусывать классно любые крепкие напитки. Кимчи из дайкона ферментируется уже месяц. До этого времени даже можно не подходить. Вкус совершенно плоский, нехороший. А вот сейчас это да. Перчик, имбирчик. Друзья, кто любит имбирь, имбирь ферментированный вместе с дайконом, это вообще потрясающе. Если вам понравилось это видео, ставьте вот такие огромные-огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня – это самое спокойное место.